Сегодня воскресенье. 28-е. Вот посмотрите на этого человека. Это Петр Голубовский. Это вместе с ним мы придумали только название «Солнечная точка Магадан». Да. А дальше, так как двигалась компания «Тихрывком» по освоению вот этих высот, это просто невозможно сказать, слов нет таких в русском языке, чтобы сказать, как это здорово. Мы видим отсюда бухту Мелководную, мы видим город Магадан, мы видим бухту Нагаева. Вот там вдали, если бы не было дымки, увидели бы остров Завьялова. Вот он, вот он точно. Вот он, остров Завьялова. Да, такой видовой площадки еще нет. Сейчас мы начнем движение по этому подготовленному уже склону. Забросили нас сюда снегоходами, но в планах все-таки реализация проекта по строительству сюда подъемника и такого туристического места на Дальнем Востоке, как здесь, в Магадане, в рамках проекта «Солнечная точка Магадан», наверное, все-таки больше нет. Вот отсюда видно как раз русская горнолыжная школа. Вот как раз вся линия подъема. Ну, даже если присмотреться, мне это видно. Во мне там идут соревнования по слалому. Ну и погода сейчас 17 градусов. Для января в Магадане это просто подарок судьбы. Ну вот трасса, по которой мы поедем. Вон она идет. Вон он, Петя на кайфушках. Очень хорошая трасса. Реально, ребята с Тихрывком молодцы, которые поработали здесь. Замечательная дорожка. Вот, правда, наверное, первое время придется все-таки подниматься сюда на снегоходах. Нужно организовать доп-услугу по запрашиванию туристов туда. Но, уверяю вас, все получат истинное удовольствие.